Всем привет, с вами StevePro, и сегодня покажу вам модное новое меню для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, во-первых, что вы можете заметить, у нас изменилось главное меню, то есть поменялась надпись. Теперь у нас написано Minecraft Windows 10 Edition Beta. Добавилась кнопка Play, кнопка достижения, но, к сожалению, она работать у вас не будет. Добавилась кнопка опции и кнопка скина. Также добавился ваш скин, с которого вы можете перейти в другие скины. Добавилась поддержка Mahjong, которую вы можете обратиться через Google или другой браузер. Также, как видите, здесь вы можете выбрать языки, но это было и в обычном главном меню. Что нажимаем кнопку Play, и здесь нам изменили довольно много чего. Добавилась кнопка Export, но она тоже не работает. Добавили кнопку Realms, он тоже, к сожалению, не работает. Добавили кнопку Друзья, где вы можете добавить сервер или добавить своих друзей. Но, к сожалению, это тоже не работает. Что, давайте зайдем в обычный мир. И, во-первых, у вас возникает вопрос, что же здесь добавили? Да, что же добавили? Спросите вы. Но нам изменили творческий режим, то есть полностью измененный творческий режим или его интерфейс. Да, здесь все изменено, в том числе у вас будет изменен и режим выживания. Как видите, все изменено, но, к сожалению, некоторые блоки стали маленько мутными, то есть они будут расплывчатыми, но это довольно неудобно. Но нам также заменили крафт. Все довольно стало реалистичным и красивым. Такого переворота ждали довольно многие игроки. И такое, можно сказать, ну, новое добавление хотят разработчики, ой, хотят игроки от разработчиков, но, к сожалению, разработчики нам это не добавляют. Как видите, крафт тоже изменился, то есть сам даже большой крафт тоже изменился. Ну и, как сказал, в режиме выживания у вас тоже будет все по-другому. Вот. Ну и, как видите, в выходе у вас тоже добавилась новая кнопка «Экспорт», она, к сожалению, тоже не работает. Это вот все, к сожалению, не работает, пока не добавятся разработчики. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.